Здорово, друзья, и мы продолжаем исследовать вселенную Half-Life, и на сегодня у нас мод на первый Half-Life Escape 2. Мы с вами уже прошли, получается, легкое, среднее. Конечно, легкое, вы что, упали, что ли? Мы с вами прошли первую часть, и закончилось все на черном экране, взорвалось все нахрен. А сейчас Half-Life Escape 2, или Escape в квадрате, как тут нарисовано, написано точнее. Да, это краткое содержание предыдущей серии. Ну да, похоже, похоже. Пиксель. Это ж музыка из Человека-паука, вы еще гоните, что ли? Ну! Чувак, меня YouTube за это забанит. А-а-а, я буду сейчас кричать. Человек-паук, я не хотел этого, чувак. А-а-а, пожалуйста, перекричите кто-нибудь эту музыку. Ладно, шучу, YouTube меня, конечно, не забанит, но видео монетизировать будет нельзя. Так хрена его монетизировать, если меня всего 30 человек смотрит из блин, почти 4000. Ну, как сказать, 30 человек смотрит летсплей, остальные ждут ЧЛП и фотоплей. Кстати, ребята, ЧЛП скоро вообще, блин, буквально, ну, может, на следующей неделе, но уже выйдет. И это будет круто, вы поймете почему. Это будет сопровождаться целым, ладно, не скажу я вам чем, но это будет круто. Ты так рад меня видеть! Я тоже рад тебя видеть! По-моему, даже язык показал. Не знаю к чему. Конечно же, это пушка, мы все ее помним. Я думал, она стреляет, но я ни разу не видел, чтобы она стреляла. Но я что-то там видел, по-моему, снаряд где-то упал. Вот это мое видео, это прошлая серия, сука. Я этот момент, блядь, 5 раз переходил. Да, потом мы пришли. Блин, тут... Самое эпичное повествование того, что было в предыдущей серии, реально, вот там сверхъестественно рядом не стоит. А почему не показали этого мудака, которого мы завалили? Ух ты, я думал, сейчас будет движок Source. Я не могу сейчас двигаться, ребята. 64 хп. У нас резко было... Откуда-то у нас 100 хп оказалось? Так, сразу же делаем и присесть, Shift и, конечно же, мышь. Мышь не херовая у нас. Мышь нормальненькая стала. Так, ну что, спускаемся, я так понимаю, в дырень больше некуда. Чё? Смотрите, тут загрузка какая-то адекватная. А где наше оружие, кстати, все? Мое. О, замечательно. Отличненько. Он поковырял в воздухе своими мега-щупальцами. И стало неплохо. Отлично. Они по-прежнему умирают с 3 хп. Ну ты косяк. О, зацените, какой-то новый хедкраб. Реально новый. Это не такой, как обычный хедкраб. Это новый какой-то. Или мне кажется. Щипните меня. Монтировочкой желательно. Где? Я имею в виду, что дайте мне монтировку. Кто кричал? Вы кричали? Кто стрелял? Ой, немножко кадр потерялся где-то. Это нормальненько. Так а кто кричал-то, ребята? Можно я с вами покричу? А, вот этот чувак кричал. Смотрите, как ему хорошо. Да подожди, да я хотел полюбоваться докторишкой. Смотрите, как ему хорошо. По-моему, он... Это Карлсон, который наконец-то дождался варенья. Реально, у него даже глаза до конца не закрыты. Он улыбается просто вот так вот. Знаете, ребята, когда вот люди широко улыбаются, кажется... Так, это прикол из первого эпизода, не надо. Первого эпизода, как... С первого мода. Не, не мода, опять же, это... Это был мод, но он был, типа, не первый мод. Первая часть. Не, хедкрабы определенно другие. Это круто, да, ребята, это круто. Тут мало того, что сюжет двигается дальше, так еще и персонажи новые появляются. Это интересно, или мне кажется, или мне глюки. В любом случае, халфа это такая вещь, которую нужно развивать. Это как сталкер, мать его, за ногу. Его тоже нужно развивать. И всегда моды оказываются крутыми. На мой взгляд, я бы делал, ну, я не знаю, конечно, судите меня строго за подобное высказывание, но я бы сделал моды на сталкер некоторые, ну, просто коротенькие и типа крутенькие. Но зато максимум эпичности и интереса. Да ёпта! Кройте дверь! Сука! Блин, застрял в текстуре.
Победа глаз! Победа глазы. О, отлично. Нафига так делать, товарищи разработчики? Это даже не скример, это тупо, блин. Тупо не скример. Срака, вот сейчас я четко испугался, блин. Я не знаю почему даже. Вроде не должен был. Опть. Звук опть. Ты не испугался? Мне кажется, или... Ладно, мне кажется. Что, не в текстурке. А в этой игре я могу заряжаться от такого дерьма или нет? Что-то я его выключил, что... Смотрите, включить, выключить. Не, ну по идее... О! Ну одень ты его, чувак! Неужели ты такой жирный, тварь? Да ладно, тут костюм и зарядка для костюма. Ты даун. Одень его, пожалуйста. Я вот так вот стану. О, руки, ноги. Ну он тут точно на меня. И цвет мой. Блять, что за пиздец. Это же надо быть таким дауном. Я не понимаю, ребята. Это просто какой-то бред. Сказал мне в новогоднюю ночь мой друг винегрет. Блин, это говнисто. Фомки нет, костюма нет. Это не Half-Life. Это говно. Ладно, шучу. Не, мод крутой. О. Если бы я чуть еще подождал, он бы разбил окно. А потом постирал мои шмотки и сходил за меня на работу. Короче, хедкраб универсал. К чему это я клоню? Ребята, 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 что хочу вам сказать, да не скажу, я вспомнил, что это сюрприз, и пока что об этом говорить не буду. О, зацените костюмчик, вот это мой. Не знаю почему, но мой. Ты этот сдох, да? А, он... А, ребята, слушайте, надо тут этот самый... Клавиша, клавиша, сохранить и загрузить, где они там. Быстрое сохранение, чик, быстрая загрузка, чик. Почему так? Потому что у меня, ребята, почему-то не работают клавиши F1, F2, F3, F4. Вообще, короче, эти клавиши не работают. Что это за прикол? Я так понимаю, я сдохну, да? Я не понимаю логики этой игры. Что это за прикол? Я взял какую-то ключ-карту. Это был не жданчик. То, что я косой, это, конечно, жданчик, но... Ага. 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 Нет, я не понял, что за дверь открылась, а где она? Там какой-то кунишуа. Ну, Вартигон-то, я понимаю. Почему тут дверь не открылась? Я, ребята, в трауре. Я в трауре от того, что я ни черта сейчас не понял. Ладно. Окей, нам не сюда, хорошо. Это мы выяснили. Нам вот сюда. Здесь мы включаем, выключаем свет. Уа-я-я. Замечательное имя. По-моему, он сказал «дай», в смысле «умри». Или «дай», в смысле «дай зарплату». Чувак, я же не твой работодатель, я не должен этим заниматься. Понимаю, что это не круто. Кидать людей на деньги. Почему я в тебя не попал? Ты же с одного выстрела умираешь. 3 патрона на тебя потратил. Я с 3 патронов мог, не знаю, вот таким чуваком стать. Taking emergency the weapon. Возьмите, короче, во время беременности оружие и... Короче, посидите доктора. Соответственно, так все бывает обычно. Обычно, если ты забеременел, если ты мужик и ты забеременел, тебе, скорее всего, нужно оружие для того, чтобы пойти к доктору. По-моему, логично. О, кнопочка. Кнопочка? Замечательно. Опять что-то произошло.
Тут определенно что-то происходит. Где-то я в каком-то мемосе это видел. Там определенно что-то происходит. Кнопочка, 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 уёпочка. Не-не-не, закрой, 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 закрой. Закройте светло. Мне надо вот эту дверь открыть. Откройте мне, суки. Откройте мне, суки. Тут только одна кнопка. И она откроет вот эту дверь. Раз, успею, 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 успею. Не успел. А в чем прикол? Я должен успеть? Я должен опоздать? Блять, в чем прикол-то, нахуй? Что делать, ребята? Подскажите мне, кто... О. Там я с той стороны могу нажать, там 100% туда можно пройти. Теперь давайте разбираться как. Как же это сделать? Как же это, сука, сделать? Там вон кнопка есть, которая запускает весь этот механизм. Мы можем. Ну и что? Тут здесь чувак мертв. Открывается эта дверь. Потом она закрывается, потом делается так. И так. Открывается эта дверь. Потом, по идее, я вха... Так, окей, хорошо. Нажимаем на кнопку, открывается эта дверь. Сейчас эта херня перейдет туда. А, не, она закроется. Дебил Дебилович. Открылась эта дверь, я зашел. Сейчас она закрылась, эта херня перейдет сюда. Иди ко мне. Нет? Я думал, он раздолбается и, короче, произойдет хоть что-нибудь. Может, я могу вот нажать там? О-о-о, что-то произошло. Вот, откройся. Угу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай, нажимайся. Тут же что-то происходило, блин. Ну, вот, я нажал. Нет, нажал. Нет, не нажал. Эй. Что я такого нажал, что там произошли какие-то вещи? Блин, ребята, это полная жесть. Как? Что тут делать? Я не понимаю. Это какой-то жесткий квест. Я не понимаю, как его выполнить. Открывается эта дверь. Окей, хорошо. Будем жестко тупить. Потом проходит луч смерти. Потом эта дверь открывается.
можно выйти. И типа чувак такой, я ушел. А наоборот. Это дерьмо работает наоборот. И как я вот заставил вот это говно двигаться? Да, блядь, ребята, не-не-не. Это уже не сегодня и не в этой жизни, скорее всего. Давайте немножко повременим с этим и будем тупить уже в следующей серии. Тут на среднюю клавишку мышки включается фонаричек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео, вступайте в группу, комментируйте и будьте счастливы. Всем пока!